На страже рубежей в любое время года, ночью и днем, российские пограничники отмечают свой профессиональный праздник. Ветераны в зеленых фуражках выстроились на традиционном митинге-реквиеме. К вечному огню они вместе с общественниками и политиками возложили цветы в память погибших воинов. Традиционная минута молчания продолжила церемонию. Далее офицеров наградили благодарственными письмами. Кроме службы на передовой, ульяновские пограничники также занимаются волонтерской деятельностью. Своих не бросают. Недавно отправляли гуманитарную помощь, дошла. Сейчас опять уже собираем. Заявки уже от нас приходят от ребят. Собираем масс-сети, рыболовные сети от дронов. Ну, все, что ребята потребуют. Начиная от гвоздей и кончая колесами на Уралы. В школе Олимпийского резерва День пограничника отпраздновали в привычных для себя условиях – на ринге. Сначала наградили ветеранов, затем в центре внимания оказались юные спортсмены. Участвовали в турнире местные воспитанники 13-14 лет – девчонки и мальчишки. Приехали гости из Буинска, из Сызрани, потом Димитровград и ульяновские все клубы. Турнир, посвященный Дню пограничника, проводится 42-й год. Он раньше проводился и в клубе железнодорожников, и «Спарта-клуб», «Мотор-спорткомплекс», в УГУ проводился. А последние 10 лет мы проводим в этом центре бокса. Среди почетных гостей были ветераны пограничных войск Ульяновской организации «Застава-73» и регионального отделения боевого братства. Виктория Чиркова, Олег Тоньшин. Управда ТВ.